Ну что, любители барахолки интересных вещей, вы готовы со мной посетить немецкую барахолку? Всем привет, с вами Андрей. Сегодня пройдемся. Немножко есть время. Вот в таком барахлишке всегда что-нибудь интересное можно найти. Да, досточка это... Ну, это обычная резьба по дереву или... Да, церковь Святого Михаила, Гамбург. Кто-то сам сделал. Даже стоит печать и подпись. Ну, как декоративная доска. Ну, это от набора. Самого набора нет. Но это уже более старое, ребят, посмотрите. Раньше видно. Посмотрите, как это же даже не бумага, а ткань. И на ткани рисовали, я думаю, что это рисунок все-таки, а не фотография. А под тканью губка, здесь дерево, все это вот сюда внутрь вставлялось. Посмотрите, на ощупь мягкое, красивое, обалдеть. Жалко, что цепочка порвана. Попробовать скрепить. Was kostet das? Was kostet auch kaputt? Alles ab 5 Euro. Was? Das ist alles kaputt? Ja, stimmt. 1 Euro. 5 Euro? За 5 евро хочет. Иногда продавцы такие цены загибают. 5 евро, сломана цепочка. Надо все делать. Да, это называется «Найди в куче всего какую-то ценную вещь». Вот такая шляпка. Это из глины сделали, видно, лепнина, что-то такое. О, тарелочки знакомые. Такая у меня есть, я покупал. '87 год. Это у нас клуб стрелков. Кружка пивная, наверное. Гамбург. Это открывашка старая. Да. Ну, я думаю, что это да. Вот. Или нет. Если это не открывашка, то что это? Ну да, пояс нарисованный. Здесь интересно, это для чего? Куда-то ложить на стол. Подставка, может быть, для пивных кружек. Но это крутые тогда подставки. Тут поезда в основном. Ну, поезда все разные, просто что... Возможно, да, это подставка. Видите, под пиво, да, но это вообще прикольно. 4 штуки. Но опять же, это любители пива и любители должны быть паровозов. Это специфические, скажем так. А вот здесь интересней. Сейчас посмотрю.
Ротенбург. Ну, неплохо смотрится. Тарелка декоративная. Здесь посмотрите. Кольмар. Это немецкие города. Ух ты. Но здесь вы видите дефект. Целые замки. Деревянные тарелочки. Во Франции сделали. Но, опять же, это все на коллекционеров, кто собирает это. Ребята, посмотрите, радиаторы для компьютеров. Но это новый радиатор с водяным охлаждением. Потому что я сам себе такой ставил, буквально по весне покупал. Обошелся почти новый компьютер в 1500 евро. И эту тему я знаю. То есть это, блин, где он их взял? Кстати, вот даже выставляют старую еду в банках, посмотрите. Все это непонятно откуда было взято. И стоит здесь мука, сахар, консервы. Жесть. А на одной банке написано до 18 года. Вот такой сегодня большой рынок. Среда, ребята. Почему толку нет? Неинтересно. Супруга говорит, что здесь сегодня вообще ничего интересного пока нет. Не увидели. Но еще не конец, как говорится. Мы и половину не прошли. Такие столики, может быть, лет 30 назад были в моде. Стояли практически в каждой квартире. Сейчас они уже никому не нужны. А люстры какие, посмотрите. Хрусталь чуть ли. Конечно, это стекло, пластмасса. Тоже пережиток прошлого. Раньше такие люстры висели. Особенно в России хрусталь это вообще считалось шиком. Такие тарелочки симпатичные. Непонятно какой год. Но вот уже пошло искусство. Любители картин, смотрите. Сама рама имеет повреждения. Вот еще красивая картина. Вот сами рисовали. Вот неизвестные художники есть. Роспись. Я уже знаю, что это Библия. Уже такие встречал. Песенник. Начало 20 века. Ух ты, хорошее зеркало. Но, увы, ребята. А вот здесь сломано. Сама рама с дефектом. Жалко. Зеркала вроде неплохие, но поверхность уже мутная, рамка вроде еще так хорошая. Зеркало можно выкинуть само. Такие небольшие старые предметы очень интересно рассматривать. Они имеют свою историю, возможно, даже ценность, если знать, что искать. Посмотрите, какие раньше куклы делали.
Да, ребята, это кто собирает вот такие мелочи, это, конечно, находка. Чего здесь только нет. Все красиво, все смотрится. Поменьше, да, чем в выходные? Зато смотри, сколько посуды много. Разной, старой, красивой. Да. Ну, вот такие совы небольшие есть. Книги пока я брать не буду, потому что и так уже взял достаточно книг. У меня целая библиотека уже исторических, античных книг. Теперь сделаю я разбор этих книг, уже начал я делать разбор атласа. Кто не видел, зайдите, посмотрите на YouTube канал «Рабочий будем в Германии». Есть у меня разбор старого атласа, очень интересно, первая часть. Буду делать вторую часть. Плюс у меня есть другие старые книги, сделаю разбор, ну и потом, наверное, выставлю на продажу. Так что пока я книги брать не буду, исключением, если я найду какой-нибудь старый атлас, вот именно старый атлас с картами, тогда я возьму. А остальное просто буду вам снимать и делать небольшие такие видеообзоры. Я просто теперь смотрю, это лексикон, 1903 год. Теперь я пока книги брать не буду, потому что уже хватит. Да, вот такие раньше фотографии делали. И посмотрите качество фотографии. Вы можете приблизить и рассмотреть каждую деталь. Вот вам и качество старых фотоаппаратов. Моя песня, моя жизнь. Цыганские песни, ребята. Вот это точно редкая находка. 79-й год. Я еще тогда не родился. Ребят, вы видели такой сундук? Посмотрите, как красиво все сделано, оформлено. Плюс здесь интересный замок должен быть, но видно, что каких-то деталей не хватает, потому что остались следы. Ох, какой он тяжелый. Оттуда так и пахнет историей, старыми вещами. Красивый сундучок оформили. Такой, ножки интересные. Вот эта книга старая. Давайте посмотрим, что это. Опять Библия. Да вы что, ребята? У меня уже две штуки есть. Вот раньше вот такие Библии печатали. Ужас, какие они большие. И красиво оформлено, конечно. Die Alte und Neue Testament. Это старый и новый завет, я так понял. Все лежит разбросано. Так, это что такое? Ух ты! Это же набор старый для камина. Выгребать золу и лопатка. Was kostet so eine Teil?
Ох, 10 евро комплект. Тут целая ферма изображена, мельница. Вас костят? 7 евро хотят. 10 евро. Да, он уже и внутри весь, виды повидавший. Ну, как декорация, красиво бы смотрелся. Первое идет, это урожай. Осень, лето. А где зима? Да. Красивую. Но это надо такой стиль дома иметь, чтобы вот эти картины, даже доски куда-то повесить на стену. Нужен специальный стиль. Тоже не везде они подойдут. Все, ребятушки, мы вышли с барахолки, неплохо прогулялись, прошлись, посмотрели, было много интересных вещей. Сегодня мы ничего не купили, это не страшно. Каждый раз мы не можем все покупать, потому что надо еще разобраться с теми книгами, библиями, которые я до этого купил. Сегодня такие офигенные библии увидел. Две больших, огромных книги. Да нет, я не уверовываю, я просто хочу немножко разобрать их, потому что в конце Библии есть карты. Я вот делал небольшой обзор для ТикТока, показывал карты. Это 1880-х годов, вот эти карты, где показана Европа, немножко Черное море, чуть Азия. И там вот интересно, есть неточности с историей, которые нам рассказывают или хотят нам преподнести, как это было. Всем желаю хороших выходных, так что подписываемся на канал, смотрим новые серии. С вами был Андрей, всем пока.